Слава Иисусу Христу! Приветствую вас всех, мои дорогие друзья из российского и прежде всего с украинского народа. Прежде всего потому, что сейчас Украина страдает, но хотя нет, хотя сейчас также и Россия страдает в экономическом плане, я думаю также в моральном плане, как страна, которая несет насилие. То есть как позор, правда? Позор. Приветствую вас всех. И в этом слове утешения номер, мне кажется, уже 7. Я бы хотел попытаться, даже не знаю сказать попытаться, но представить мое мнение, гипотез мой, насчет кто сочинил эту войну, кто ее сделал, причина этой войны. Не буду заниматься слишком политикой, может только чуть-чуть, посмотрим как получится. Также не претендирую до этого, чтобы сказать правду полную. И вообще, возможно, ошибаюсь, но не думаю, что во всем буду ошибаться здесь. Первое, кто сделал эту войну, это есть российский народ. Можете не выключать сразу этого видео, дорогие друзья россиян, русские. Но насколько обвинять российский народ, не знаю. Просто что обвинять в этом, что вы терпите такую власть. И не только сейчас, но также, что у вас, что вы терпели коммунизм, что вы приняли эту заразу, этого микроба коммунистического, большевистского в 17-м году. Что у вас духа не было, что у вас не было христианства, что у вас не было Евангелия, что у вас не было доверия в церкви. Что у вас было, не знаю, возможно, рабское, крепостное мышление, крепостный закон, да? Крепостное мышление, рабское. Но возможно потому, что православие не умело глубже катехизировать вас. Не знаю, возможно так. Что православие вообще как форма христианства, оно слишком входит в обрядничество, нежели в катехизацию, в проповедничество, в миссионерство. Более обряд, нежели лекция, более обряд, нежели проповедь, более обряд, нежели катехизация, более обряд и молитва, и пост, и подвиг, аскетизм, нежели формирование, нежели формация. Здесь, конечно, если Россия бы приняла католицизм, католичество было бы намного, думаю, для развития российского народа, было бы намного лучше. Католицизм несет в себе достаточно мистики, достаточно обряда, достаточно аскетики, но с другой стороны достаточно также слова, диалога, обучения, образования. И то не только теологией, проповедничеством, но также образование светского, то есть fides et ratio, разум, также нобилитация разума. Вот католицизм это несет в себе, православие нет. И протестантизм – это также другая крайность, то есть там есть как будто только слово, и это как-то не дружит с культурой, не дружит с рацио, не дружит с образованием светским, и не дружит с мистикой, не дружит аж так с аскетикой, и с обрядами не дружит. Так что это другая крайность. Но для народа было бы лучше католицизм, нежели православие.
Вытерпели царей, вытерпели деспотов. Но так думаю, что это не только поэтому, что православие. Это также, между прочим, поэтому, что климат такой. Жесткий климат у вас. И все ваши силы шли, как обеспечить себе зиму, думаю. Это также объясняет как-то и оправдывает вас, конечно, как-то. Но также пространство. Вы разброшены по гигантским пространствам. Поэтому вам соединиться, вам встретиться и почувствовать силу, вам встретиться на дискуссию из-за зимы, из-за необходимости пахать, беречь биологию и вам преодолеть пространство было довольно наверняка. И это пространство также действует, оно так как-то угнетает. Если ты видишь, что ты песчинка в этом большом степе, то, конечно, не хочется, не веруешь в свои силы. Это все оправдывает как-то вас. Но в какой мере, Бог знает. А в какой мере не оправдывает вас, что вы терпели, что вы соглашались, что вы были как рабы? Не знаю. Но здесь есть кое-что более значительное, нежели православие, и которое базирует, и которое является амбассадой цивилизации византийской. Вот насчет цивилизации византийской, она также извратила ваш народ. И она также как-то сбила его с правильного пути. Почему? Потому что византийская цивилизация, она преследует одну цель – приобрести и удержать власть. Она не считается с истиной, она не считается с идентичностью, с действительностью, она не считается с истиной, она не создает университетов, она и не хочет их. Политехнические вузы так, потому что это будет иметь потом значение милитарное в милитаристике, но университетов она в принципе это не хочет. В Византии не возникали университеты. Университеты возникали лишь только в латинской цивилизации. А если потом византийская, то это было как отражение, как эхо латинской цивилизации. Ну хорошо, византийская цивилизация несет насилие. А правда, это насилие не такое, как в другой цивилизации, о которой я скажу, но это насилие. Потому что кесарь хочет власти. Кесарь и все чиновники хотят власти. И вот это есть византийская цивилизация. Поэтому истина, поэтому идентичность личности и идентичность действительности не считается. Поэтому не считается также достоинством человека, народа, прочее, прочее. Свобода потом не считается. Только власть, а для защиты власти, для приобретения власти сила. Власть и сила. Если не считается истина, тогда и Христос не считается, тогда и Евангелие не считается. Тогда откровение не считается. Тогда воля Божия не считается. Деньги считаются. А все остальное нет. Все христианское нет. Поэтому можно сказать, что православие, которое базирует на византийской цивилизации, оно через византийскую цивилизацию, через этот кесаропапизм, где кесарь стает папой для патриарха в Константинополе, а потом в Москве, да, Путин для Кирилла, но можно сказать, что византийская цивилизация использовала, значит, и извратила православное христианство. Поэтому оно и не могло формировать личности. Оно формировало рабов, послушных власти, послушных кесарей. Ведь кесарь, ведь царь был над патриархом. Патриарха пел молебень, как положено. Не как хотел Христос, но так, как угодно царю. Более-менее. Поэтому церковь воспитывала... Конечно, я сейчас так режу грубо. Конечно, там были
исключения, конечно, были подвиги, спробы и так далее. То в каждой истории так есть. Но я говорю такое главное, как будто. Мне кажется, что вот так. Бить поклоны перед кесарем. Православие бьет поклоны перед каждым кесарем, каждой государственной властью. И это извращенность восточного православного христианства. Это сбой. Это неправильно. Кесарю кесарское, понятно, но Богу Божие. А если сопротивление между ними, кого избираем? Вот вопрос к православию. Вот поэтому православие не помогало людям поднять голов, только наоборот, держало их в послушании. Значит, в этом контексте русском в рабстве. Хорошо, но есть другая цивилизация, цивилизация Туранская, от низины Туранской, которая является источником для Монголии, для монгольской цивилизации. Туранская, то есть монгольская цивилизация. А какая ценность для монгольской цивилизации? Вот одна, лишь только. Какая? Власть Джингисхана, главного хана. Хана, власть хана. Это уже не как византийский кесарь и все чиновники, заканчивая сельсоветом. Здесь считается только один хан, а все остальные это собаки. И там есть серьезнейшее насилие. Вот знаете, насчет византийской цивилизации, она хотя извратила христианство так, в православном виде, потом. Но она все-таки, там было взаимодействие. Да, Византия изнасиловала православное христианство, но православное христианство все-таки как-то влияло и на Византию. Но кроме того, не только христианство, но все-таки это был Второй Рим, это был Рим, это был Константин Великий. Это были какие-то образованные элиты. То есть образование в Византии всегда в почтении была философия греческая. Она, правда, не развивалась дальше, потому что не было пространства университетского, потому что кесарю университеты не были нужны, истина не была нужна. Но все равно чтилось там, и Евангелие чтилось, да, как-то, и через православие, и также философия греческая, и также закон, римский закон. Ну и это была цивилизация все-таки Византия. Монголия – это сплошное насилие, это воровство, никакой аграрной культуры, только милитарная культура и охотническая культура. Все. Воровать, насиловать, охотиться. Все. И сколько лет Московия была под ногой, под обувью монгольском? Сколько? 300 лет? 400? Не помню. И я думаю, что это самый глубокий слой вашей цивилизации русской, Монголия. Второй слой это будет выше уже фундамента, это будет Византия. И там на этой Византии христианство, православное христианство. И это все разрешило прийти к власти таким людям, как Иван III Грозный, как Сталин, и сейчас как эта власть кремлевская, которая делает геноцид в Украине, бомбардируя жилые дома и стреляя прямо к гражданским, и также к детям, и старикам, и к женщинам. Так что кто воспитал эту власть? Так? Кто, где было это пространство, где эта власть могла вырасти? Ну вот я назвал ваш народ, но не до конца ваш народ.
две цивилизации, немощное, чуть искаженное христианство и через кесаропапизм. Но и также эти пространства и этот климат. Возможно, я ошибаюсь, но подумайте, просто я утверждаю это, для меня не есть вопросы, но давайте можно посчитать это как вопрос. Кто еще воспитал в последние годы? Кто помог сочинить эту войну? Кто посеял эту войну, даже не думая, что закончится, что жатвой будет война? Это Германия и Франция, не США. США было всегда против России, путинской России. Практически всегда было против. Или хотя бы в нейтралитете. Но Германия и Франция нет. Они за газ, за нефть были готовы стать проституткой для России. И такими, так я считаю, эти народы. Может, не народы, но государства. Эти власти. Эгоизм немецкий. Проституционный, продажный эгоизм немецкий. Из-за чего это? Из-за атеизма, из-за цинизма немецкого, германского и из-за цивилизации византийской. Хотя вам может покажется это странным, но немцы, Германия – это есть цивилизация византийская. До половины 11-го столетия они были, германы были подданы влиянием цивилизации латинской, которая шла, которая вообще господствовала в Западной Европе и которая, скажем, параметры цивилизации латинской. Это есть Христос. Христос несет нам откровение воли Божией, то есть истину, евангельская истина превыше всего. То есть всякая власть, всякое подчинение подчиняется прежде всего истине, а не королю. Не самая главная власть, только истина, воля Божия. Да? Кто любит царя больше меня, говорит Господь, и так далее, и так далее. То есть, хорошо. Но с 11 столетия там есть такой неудачный венчание, где кесар Генрик, кажется, не помню, второй умирает, оставляет свою жену, а жена то происходит из Сабауди или где-то из Южной Италии, но она ментально есть под влиянием Византии. Византийская империя, то есть Константинополь, Византия это средневековное название Константинополя, оно существует до 1453 года, то есть, а мы находимся в половине 11 столетия. И она привозит с собой мыслителей, философов и юристов вот именно из Византии. Это принцесса, это потом жена кесаря. И она стает регенткой, то есть после смерти кесаря она правит Германией, когда ее сын еще есть неполнолетний. И она научила, извратила, соблазнила немецкие элиты, германские элиты, и они приняли этот вирус византийской цивилизации. Цивилизации, в которой считается власть и сила, а не считается истина. И последствием этого будет начнутся сражения между Германией и Папой Римским, кто будет насаживать епископов по епархиях, по децезиях, кесарь или папа. Значит, у кого будет власть над церковью поместной? У папы над епископами или у кесаря? Вот Германия начинает воевать с папой за это с 11 столетия. Для примера, Польша даже в 20 столетии через своих епископов скажет Болесławu Bieruta, польскому, скажем, королю коммунистическому, скажет, нет, не ты будешь назначивать, кто будет епископом, только папа, и мы перед папой будем сдавать отчет, а не перед тобой. Вот это есть сражение Византии с латинской цивилизацией в Польше в 40-х годах, в 50-х годах, во время сталинизма в Польше. Кардинал Вышинский потом будет заключен и так далее, в тюрьме арестован.
Хорошо, но Германия, Польша до сих пор не воюет с авторитетом духовным апостольской столицы в Ватикане. А Германия начала воевать с 11-го столетия. И она продала свою душу ради денег, ради власти, ради силы. Продала истину, продала, предала свою душу и продала свою душу Германии. И вот почему потом легко уже будет в 16-м столетии Германии отпасть вообще от Рима. Потому что ментально она уже вошла в сопротивление с Римом с 11-го столетия. Поэтому эта почва будет аккуратной для восприимливой для протестантизма. Протестантизм – это Византия в полнейшем расцвете, потому что заметьте, что к чему ведет протестантизм. Он ведет к этому, чтобы кесарь, чтобы король, чтобы князь был одновременно папой. То есть там даже если есть епископ, то управляет церковью король, например, Генрих VIII, так, англиканская церковь, или, например, в Швеции король, да, или вот именно Фредерик Саксонский в Саксонии, в Германии, которому после, когда срезали епископов католических Лютер, то он думает, кому сейчас отдать власть над церковью. Но и отдает власть над церковью этому, который имеет власть над княжеством, то есть Фредерику. То есть Фридерик получает дополнительную вторую власть и имеет власть светскую над телами человеческими и имеет власть духовную, религиозную над душами человеческими. То есть имеем уже кесаропапизм, то есть власть в одних руках. Ну и человек под такой властью не имеет уже кому жалеть, но представить жалобы, потому что ну, куда он может бежать? В латинской цивилизации от плохого князя или короля бежит к епископу, от плохого епископа к князю. А если и оба они плохие, бежит еще к папе, который через экскоммунику в Средневековье это имело значение, может все это как-то упорядочить. Но в византийской цивилизации, где власть в одних руках, куда бежать человеку? Он превращается в раба. Никто не защитит его перед плохим князем, который одновременно есть и папой, и епископом. Но все это ведет к этому, к атеизму, наконец-то, или к аморальности, потому что Византия – это есть власть, а не истина. Не мораль, только сила. Не моральность, только эффективность политическая. Вот это есть Византия. Вот почему немцы, Германия продажные. Вот почему их интересует нефть и газ русский, а не интересует их судьба народов. Вот почему Германия аморально вела политику в последние годы. Хотя знала, что господин Путин преступник, но она делала с ним бизнес. И она и вообще не интересовалась, и даже сейчас, думаю, не интересуется Украиной. Не верю до конца в обращение Германии сейчас. Она это делает, она посчитала себе, с кем будет сейчас более полезно держать, или с Путиным, или все-таки со всем остальным миром. И вот поэтому она сейчас лайкует Украину. Не с побуждений моральных, конечно, только чисто экономических, политических. Она понимает, что если бы сейчас сотрудничала с Путиным, то так как и Беларусь, она найдется в изолированном мире. Через весь демократический свободный мир будет в изоляции. Ну и, конечно, это отразится на экономике и так далее, и так далее. Проститутка. Что можно сказать про Францию? Но Франция дольше держалась латинской цивилизации. Но Франция упала и вошла под влияние византийской цивилизации в 18 столетии, под влиянием просвещения, этой эпохи просвещения, так, эпохи масонства, 18 столетие, там, Иоанн Яков Руссо, Вольтер, потом революция французская в 1789 году. С тех пор она бросила откровенно уже ценности христианские и приняла светские, но потом
Наполеон Бонапарте, его цивильный гражданский кодекс, его такая атеистическая политика и так далее, и так далее. То есть уже это секуляризм уже начинается во Франции. Да, католическая церковь даже во время революции преследуется, она не сходит в подполье и так далее, и так далее. То есть цивилизация латинская, которой амбассада является практически, кроме совести человеческой, католическая церковь, она есть уничтожена во Франции в 18 столетии, но в конце же это уже окончательно. И так есть до сих пор. И в связи с этим уже не считается истина и моральность, и правда моральная, между прочим, только считается власть, сила, деньги, бизнес. Причем аморальный может быть бизнес. И поэтому, вот почему Германия и Франция, они являются, по-моему, посредственно виновными в этом, что есть такая власть сейчас в России, и что есть эта война. Они через них, если бы Германия и Франция не поддерживала этой власти, путинской власти в России, была бы совсем другая Россия и совсем другая ситуация сейчас в Украине, не было бы этой войны. Но они этого дракона, этого монстра, они его кормили. Франция и Германия, Германия и Франция. Ну, Шредер, Меркель, друзья господина Путина. Насчет США. США также теряет свои позиции латинские. Раньше, особенно такие личности, как Рональд Реган, правда, как Дональд Трамп, помимо их там проблем биографических, скажем, да, но они исповедовали ценности латинской цивилизации. Ну, например, Дональд Трамп, первый декрет, деньги федеральные не идут на аборты детей. Первый декрет. То есть это как лозунг, так? Не будем убивать. Почему? Даже если это не принесет ему популярности политической, но он не будет убивать детей. Для него истина важнее выборов будущих, да? Для него истина и мораль важнее в обществе, важнее, нежели что? Ну, нежели его политическая популярность-сила. Хорошо. И наконец, то есть я хочу сказать, кто сочинил эту войну. Ну вот назвал. А сейчас хочу показать Бога, который готовил Украину на эту войну. Бога, который не хотел этой войны. Но, конечно, можно сказать, что и Бог, если Бог хотел наказать украинский и русский народ в чем-то, то может и Бог в чем-то хотел этой войны, частично или вполне. Потому что бывает так, что Бог хочет войны как наказание. Этого не знаем. Мы никогда не знаем, это наказание ли Божие, или только, то есть это воля Божия, или Бог только допускает, то есть не хочет, но вынужден допустить, потому что дал волю, одарил волей и не может иначе сейчас восстановить этого процесса, гнильного процесса. Ну хорошо, но если в этом есть хотя бы фрагмент воли Божьей, как наказание, ну то кто сочинил эту войну? Ну, также русский и украинский народ через, например, аборт. Украинский народ за свою независимость с 91 года, это есть, там не знаю сколько, по-разному говорят, с 30 до 50 миллионов абортированных детей. Все, no comments. То есть Бог имеет полнейшее право наказывать и народ украинский, и, думаю, российский. Сейчас оба народа будут наказаны, и украинский, и украинской войной, а российской экономической войной, которая началась. Жаль и одной, и второй. Но сейчас хочу показать, как Бог готовил Украину на эту войну, как хотел ей помочь. Первое, что я вижу со стороны Бога, это есть деятельность возновлением
деятельности церквей христианских с 89 года, скажем, на Украине. Греко-католическая выходит из подполья, римо-католическая начинает действовать, протестантские церкви очень бурно начинают действовать. То есть христианство силой поднимается в конце 80-х. 91 год, независимость Украины 24 августа. Без одного, кажется, выстрела, правда? То есть дар все-таки, но какой-то свободы от России, независимости от России, но какой-то хотя бы. Да? Прапор вносят в помещение Верховного Совета и так далее. Приезд понтифика Папы Римского Иоанна Павла II на Украину, когда это не только имело значение духовное, скажем так, мистическое, благодать пришла. Кстати, я был священником, который, так получилось, перед народом украинским приветствовал Папу. Там должен быть на ипподроме возле Киева первое место, где, когда Папа прилетел, первая встреча с народом. Там не с какой-то группой, да, только с народом. И мы там еще с одним капуцином имели такую программу, 2 часа, вели молитву, там свидетельства какие-то перед народом. Не знаю, сколько там было людей, миллион, полмиллиона, миллион, может 2 миллиона, не знаю, не помню. И вынужден был быть с нами еще один священник децезиальный, но он как-то опоздался. И когда папа въезжает на ипподром уже, подходит ко мне кто-то из епископов и говорит: скажите людям, что понтифик уже въезжает на ипподром. И я сказал тогда, брат капуцин, который был со мной, не хотел как-то сказать, я, брат, обращаюсь к народу, сказал: я польский священник, римо-католический, имел честь сказать украинскому народу, русинскому украинскому народу про приезд. Папа сказал, как раз сейчас Папа Римский посещает нас на ипподроме. Народ начал аплодисментировать. То есть тысячелетие истории, и я, чуженец, иностранец, мог сообщить об этом. Ну такое. Чуть-чуть нарциссизма, да? Хорошо. Приезд папы. Но это не только духовная благодать от Бога, но это также такое имело значение социологическое и психологическое. Украинцы могли, возможно, впервые увидеть, посчитать, сколько их есть. Увидеть свою силу. Потом, ну что, пора, скажем, противостояние президенту Кучме. Пора, называлось. Пора уже устранить Кучму. То есть диссидентское движение. Чорновіл, Гонгадзе, смерть, трагическая смерть одного и второго убранных, наверняка, КГБ российско-украинским, он так скажет. Следующий такой момент, как Бог помогал Украине, готовил Украину, чтобы поднялась с колен, это было открытие границ на запад, эмиграция на запад. Украинцы, которые поехали в Польшу, в Чехию, в другие страны, они потом звонили, писали, приезжали, рассказывали и привозили деньги, и рассказывали, как можно жить в свободе и в богатстве, и в достоинстве. И эти женщины изменялись, которые приезжали с Италии, и эти мужчины изменялись, которые приезжали с Чехии, с Польши, из Германии. Они уже вносили другое мышление. Я думаю, что также отношения с Польшей, что Польша поддерживала. Nord Stream 1 и 2 строились лишь только потому, что Польша не разрешила обойти Украину Газпрому через территорию Белоруссии, свою территорию, и сказала нет. Беларусь сказала да, Польша сказала нет. Почему? Потому что она понимала, что это есть политическое действие против Украины. Это есть маргинализация Украины. И Польша потом сильно пострадала из-за этого экономически и политически, но Польша не хотела здесь устранить Украину. Это только один пример, который показывает, как Бог помогал вам через католическую Польшу. Польшу, которая, кстати, хотя бы в половине сейчас дальше придерживается латинских
понятий латинской иерархии ценностей. Да, но потом была оранжевая революция. Глоток свободы. Мы опять увидели, сколько нас, какая наша сила. Но хорошо, это рассосалось, потому что там на верхушке... Но они не пошли дальше. В революции всегда должны лететь головы, даже если не с кровью, то с админресурсом. Но мы здесь увидели, что люди, которые воевали с оранжевой революцией, так и они остались при власти. То есть власть как будто изменилась в Киеве, но не изменилась в Красилове примерно. Так? Так что мы увидели, что революция застряла. Не пошла дальше. С каких-то причин. Потом был Майдан. Но это уже сильнейший год, только так дышать свободой. А потом был Крым, грабеж Крыма, иначе не можно, но это не, это делалось силой и хитростью. И это воровство было, и это была ложь, это был обман. Господин Путин говорил, что он не знает, кто это зеленые человечки. Ну и Бог поднимал это еще раньше, нежели все эти вещи, которые я здесь посчитал, начиная с 89 года. Бог вообще сложил в украинской нации, в русинской нации, любовь к свободе. Потому что здесь не только были монгольские влияния, татарские, турецкие, русские. И не только византийские, православные, но здесь были также влияния польские, влияния католические, влияния латинской цивилизации, влияния Первой Речпосполитой, влияния потом греко-католической церкви, которая была в оппозиции к Византии. Там был опыт Сечи Запорожской, опыт несогласие на рабство, опыт свободы, опыт войн казацких, хотя законченных очень неграмотно и несчастливо Хмельницким. И здесь нет уважения в этом моменте к Хмельницкому, но сильное уважение к Мазепе, потому что закончилось Азиомайданом. А Мазепа через там несколько декад попытался как-то отвратить ситуацию и сделать Евромайдан. Но не получилось. Помимо помощи шведов, поляки не хотели уже после казацких войн оказать помощи. Но с Петром Первым под Полтавой не получилось. Жаль. Жаль. Да, и этот степовый климат свободы для птиц, для ветра, он одарил также душу украинскую этим желанием свободы. Вот мне кажется, что через все это Господь Бог готовил Украину на эту войну. И что это не конец. Что Господь хочет чего-то от Украины. Знаете, Украина страдает 1000 лет, она не имела никогда своего государства. Вы имели русские, а украинцы не имели. С половины 11 столетия после Ярослава Мудрого у них не было государства. Там попытка в 1918 году, чуть-чуть. Попытка сейчас, с 91 года, но это так, что, ну, скажем, независимость, ну, скажем, государство. Но насколько оно прорусское, насколько оно про олигархическое, насколько оно не для народа. Возможно, сейчас Зеленский, слуга народа, что-то сделает. И закончу только также, покажу еще мою такую мелкую песчинку, которую я бросил здесь. Это также работа Школы Марии. Чуть-чуть, правда, в пользу этой нации украинской. Это также работа восстания Розарьевого, которое мы начали несколько лет тому назад, прося, а между прочим, о освобождении и о силе для украинского народа. Ну и мы несколько лет уже во многих точках Украины, мелкие или чуть-чуть большие группировки людей, ежедневно, раз в месяц, 13 числа каждого месяца, собираемся и в скромности, в кротости, в нашей мелочности, в нашей слабости
молим о... Да, это милитарное, духовно-милитарное восстание. Оно началось несколько лет тому назад, и я думаю, что оно сейчас также доказывает, что было нужным. Хорошо, вот так я смотрю, и так я вижу причину войны, и так я вижу, как бы показываю место Бога в контексте этой войны. Спасибо вам за внимание.